какого-то движения мяча. Движение мяча местами было просто отлично. Сегодня получилась разная игра, мы вышли плюс 22, а потом ребята стали играть агрессивнее, больше контакта, начали нас догонять. А это будет для нас урок, нам нельзя расслабляться, нужно играть все 40 минут, несмотря ни на что. Ну, они с проходов, с дальних атак лезли на щит, причем вся команда. И получалось так, что мы много менялись, и на этом размене, маленький с большим, они забирали подбор. И, тем не менее, мне кажется, по статистике там примерно одинаковое число подборов, и как и мы на их щите подбирали, так и на нашем кольце. Так что мы работаем, идем верной дорогой. Самое главное – позитив в команде. И сегодня победили, будем готовиться к завтрашнему матчу.